мою весь дом, вытираю пыль средством, используя средство LOC. Буквально один пшик вот такой помпы выбрызгиваю в ведерко, и вот такая прекрасная пена. Мою пол, отмываю, потом брызгаю и вытираю тряпочкой пыль. Что самое главное, разрешено с 0 лет. То есть у кого маленькие дети, у кого животные. Безопасная, из натурального сырья, экономичная, биоразлагаемая формула. Вот этот значок Safe Choice означает, что безопасна для окружающей среды, биоразлагаемая формула. В общем, рекомендовано для мытья любых поверхностей. И кафеля можно мыть, и ванну, и кухню. Но есть специальные средства на основе этого средства, но это могут быть многофункционально, можно мыть им все буквально. Вот. И что еще хотела сказать, и самое интересное, здесь содержатся натуральные составляющие, и это средство, если убираться в доме, то уходят муравьи, которые мелкие, знаете, такие мураши бывают. У нас лично в доме вот у всех есть мураши, у нас, слава богу, их вообще нет. Вот такая вот чудесная формула у этого средства. Для уборки очень удобно это средство LOC разводить в таких вот спрей-пистолетах. Разводится, наливается 9 частей воды, и вот до этой рисочки наливается всего чуть-чуть этого средства LOC. То есть из одной литровой бутылки у вас получается 20 полулитровых вот таких вот спрей-пистолетов. Это хватает, ну не знаю, кому на год, кому на сколько. Кто как убирается, кто как и пользуется. Мне больше, наверное, на год. Можно помыть холодильник, можно помыть панели в кухне. Я вытираю им пыль, мою окна. А вот эту вот грязь, которая смывает прекрасно всякие загрязнения с поверхности, не требует смывания в такой концентрации. То есть вы набрызгали и протерли тряпочкой. Все, смывать не нужно, поэтому экономит очень ваше время. И какой бы чистой ни была поверхность, просто протереть тряпочкой этого недостаточно. Я вот сейчас мыла пол, все равно вроде чистый пол. Убираешься, собака у нас не линяет, шерсти нет, но вода прям такого коричневого цвета. И что характерно, на ободке в этом ведерке не остается вот этого, знаете, ободка. То есть грязь растворяется и просто все выводится. Вот при этом не нужно 20 раз все споласкивать, протер и все чистенько. Аромат еще такой присутствует, такой слегка лимонный какой-то. Мне одна девочка сказала, я бы его выпила, если бы. Ну, так она его любит, как ей так запах нравится. Так что много очень поклонников этого средства. Тем более, представьте, это средство, у него артикул 0001. Это первое средство, откуда началась история компании. Биоразлагаемое концентрированное средство для уборки. И ему 60 лет. Как вы думаете, если бы было плохое средство? До сих пор нет аналогов такого качества.